Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Взгляд в будущее, задание дня. Давай посмотрим. Так, вспомните старые времена. На газон выйдут супермозг с колодой попадания в цель и зеленая тень с колодой вредные бобы. Но только боярышник и бобовод смогут напомнить пенелопшине, насколько она сильна. Пенелопшина какая-то... Вот они там скажут, а? Ладно, давай смотреть. Ага. Ага, значит, вот оно что. Значит, вот оно что. Блин, ну это плохо, ребят. А кто у нас тут сидит? Понял. Ага, вот так вот он делает, да? Погнали. Ну, что ж поделаешь. Ну, получили. Давай так попробуем. Так, поехали. Блин, у него сейчас защита сработает. 5 единиц урона прям мне в лоб. Ну, смотри-ка, образивший, а. Давай-ка сделаем вот так вот. Интересно. Ох, как. Тогда мы сделаем вот так вот. На тебе. На тебе, как говорится, получи. А ну-ка. Вот сейчас на этот раз поставит. Бобы пошли, друзья мои. Плохо дело. Давай вот этого, наверное, уберем тогда. 2,3,5. 2,3,5 получается, да? Ну, давай посмотрим. Вот он что делает. Вот он что делает. Че, этого выкинем или этого? На этого выкидывать надо. Или этого все-таки? Давай так сделаем. Так, мы тянем 3 карты, да? Сейчас срабатывает защита у него. Но у нас, по идее, тоже должна сработать защитка. Но если, например, сделаю вот так вот и вот так. Блин, если он сейчас начнет тут свои бобы раскидывать, а он начнет их раскидывать, ребят. По 2 единицы урона, да? То, в принципе, он меня может легко запинать. Ну что, по-моему, ему кранты, ребята. Погнали. 2 в лицо и 2 в лицо 4 как раз, да? Пим. Пим. И финалити. Точнее, фаталити. Финалити. Все, друзья мои, событие пройдено. Эх, события прошли. Так, замораживает зомби. Так, повысите силу растений до 6 единиц. Разыграйте 3 растения, которые стоят не менее 4 единиц солнца. И замораживает зомби.
Это замораживает зомби. Это же за кого мне играть-то надо? За разыграть три растения, которые стоят не менее 4 единиц солнца. У нас на заморозках кто? Обычно роза. И зеленая тень. На заморозках. Давай попробуем, посмотрим. Что у нас из этого вообще получится? Так. Ну вот этого уберем пока. В принципе, с остальным все норм. Так, 29 уровень. Боюсь, как бы он... Ребят, не... А, нет, не испугался. Все отлично, молодец. Вот так вот ты решил. Ну, окей. Даже так. Зря я, конечно, наверное, его сюда поставил. Ха. Уж не знаю, друзья мои, кто там у него стоит. Но делать надо вот так вот. Я надеюсь, там у него не пират с прочерком, а то будет сейчас неприятная ситуация. Нет, не с прочерком. Блин, защита сработает у охламона у этого. Вылезла. Перемещает зомби. И он думает, что это хороший для него вариант. Так это тебе не поможет, парень. Это уже все, 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 все. Все, сейчас выставляем 3, 2 и до свидания. Да хоть ты тут запрокачивайся. Но мне-то не это надо было делать. Мне надо было заморозку, ребята, делать. Это тебе тоже не поможет. До свидания. Вот и все. Но мне-то надо было не это. Я думал, что просто выйдет мне, выпадет заморозка, я смогу заморозить. То есть вообще, да, без понтово как-то сыграли. Замораживать зомби, разыграйте три растения, которые стоят не менее 4 единиц солнца. Че, неужели придется тогда играть за... за розу? А, роза. Заморозка. Так, а у нас роза на чем? На хилах, что ли? Роза на хилах? Так. Роза на хилах. Да. Может, такого еще взять одного, а? Роза, роза на хилах. Ну ладно, давай попробуем, фигли. Попытка не пытка.
Да, с бессмертием я 1000 лет уже не воевал. Тысячу лет. А вот и заморозка выпала. Опа. Так. Будет прокачивать, да, ее? Он ее будет прокачивать, друзья. Давай так сделаю. Рикошет? Хотя, с другой стороны, ребят, пускай рикошетит. 2,3, 5. 5 энергии нужно. Ну, я не знаю, пока промолчу. Так, разыгрывает зомби. Ботанку! Смотри, как ему повезло. Он разыграл, ребята, ботанку. Ну давай, выставляй свою швабру. Вот она вылезла. Вот она вылезла, ребята, швабра. Так. Защита сработает? Сработает. Минус ботаночка. Так, дальше что? Плохо. Плохо, ребята. Я вам скажу, это очень плохо. Так, перец, блин, где мне хилки взять, ребята? Где хилочки-то взять? Объясните мне, пожалуйста, на милость. Ага, берет дополнительную энергию. Ребята, не очень, конечно, все хорошо. Ох, как не очень-то хорошо все. Я тебе скажу, даже очень, ребят, нехорошо все. Хотя прикроемся, что ли, я не знаю. Так, ну что он там? Летучий мышь? Пошли захиливаться. Тай-та-ри-та-ти-та-тайс. Ну, давай сделаем так. Превратим его в нечто. Ну, в принципе, все, и крышка ему. Хотя, если он сейчас вызовет этого курабойщика сюда.
Нет, парень. Нет, 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 нет. Это тебе не поможет. Ты уж извини, браток. Ну так надо. Так нужно было. Так, ну что, по идее, мы заморозку сделали, да? Мы сделали... Так, заморозка сделана. Так, силу прокачали до 6. А вот разыграть эти 3 растения, которые стоят не меньше 4 единиц солнца, мы еще с тобой пока не сделали. Поэтому предлагаю сыграть за... За орех. Что скажешь? Давай попробуем. Дурацкая, мне кажется, какая-то идея, но... Попытка не пытка. А у меня здесь на хилах он или на отражении? Что-то я не посмотрел. Так, танцор. Это заразительная сальца. Блин, насморк, ребят, меня запарил. Я же в нос говорю, как этот, гундосе, знаешь. Слушай, вот это, наверное, излишнее пока будет. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Что же, да что же вы делаете-то, ироды? Ну, ёк-макарю, ну. Фейл. 8, блин. Ну, я так понимаю, на танцорах. Янхау. Или на животных. Я не помню, животные у него едут или нет. Я знаю, что очень офигенно играет на животных. Это знаешь кто? Это заморозка. Да, он на танцорах, скорее всего, ребята. Раз он поставил яйцо, значит, у него будет прокачивающий этот. Который с дудкой. Вот. Ну, что-то я не пойму. Поставил яйцо, и ход-то... Кто будет пропускать-то, парень? Вот. Итак, кто у него там? Да ладно, все-таки на животных, да? Все-таки, друзья, на животных. Но он будет что-нибудь делать-то, ёк-макарёк. Специально, что ли, издевается, а? Дело в том, что мне нечего поставить потом, понимаешь, в противовес. У меня есть, конечно, болгарский перец, но это фигня полная. А вот это уже хорошо. А вот это уже хорошо. А, как тут лучше сделать? Ну, давай, наверное, сделаем. Давай сделаем так, фиг с ним. Пожертвую, так уж и быть, болгарским, блин, перцем. Раз у него ниндзя, значит, у него должны быть ландшафты. Я так понимаю, он для этого взял ниндзю, да? Чтобы наказывать меня через ландшафты. Это плохо уже. Там я не знаю, кто ребята у него. Пропустим ход. Теперь знаем. Шут гороховый, да? Зомби-шут. Ну что, потом, наверное, вызывать можно крахмал. Ты так не считаешь? Блин, а вдруг у него валун есть или еще что-нибудь в этом роде? Давай проверим. Три единицы урона может нанести, да?
Ага. Понятно. Потратился, отлично, ребята. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ага, ага. Я так и понял, ребята, все-таки на животных. И самое противное, что он сюда поставит. Кого он там поставит? Я не знаю, ребят, кого... ну кого-то он туда поставит. Проскок. Я же говорю, будут ландшафты. Эх, я же говорил, что будут ландшафты. Давай поставим сюда орех. Так. Поставить этого сюда. Сколько она отнимает у нас? А, она проскок делает. Давай так попробуем. Кто там, я пока не знаю. Теперь знаю. Шут опять гороховый, да? Только не говори, что у тебя есть этот. Нет у него нифига. Это, ребят, нифига, это ничего страшного, я хильнуться успею. Это все, как говорится, мелочи жизни. Вот у него, да, у него большущие, просто огромные проблемы. А у меня все на мази. Цвету и пахну. Сейчас мы спокойненько с тобой берем этого. О, как. Вот как он решил, друзья мои, сделать. Это, конечно, не есть хорошо, если честно. Это очень нехорошо. Давай так сделаем. Я не знаю, кто там, ребят, у него. Будем смотреть. Кого он там выплюнет? Ага. Так. Ну что мы можем сделать? Вопрос, ребят, на засыпку. Нафига я так сделал, да? Ладно, шут с ним. Хм.
Окей. Ну, 4. Дальше что? Все? Нет, ребят, не все. Поехали. Такс. Ну, понятно, что он этого гоблина не выкинет. Просто некуда выкинуть. С этими разберемся, паршивцами. Ну, а дальше все по классике, ребят. Дальше все по классике. Хиляться, хиляться, еще раз хиляться. Ну давай ты там что-нибудь делай уже. Вот вылезло чудо гороховое. Ну давай. Все? Он, ребята, может вот этого, по-моему, уничтожить меня. Сможешь или нет? Ну, в любом случае, ему крышка. Как ни крути, ребят. Орех полетит. Да, он с помощью этой фигни. Но мы же все прекрасно понимаем, что это... Что это фейл. Ян Хао, лучше ты сдавайся, пока я водички хлебну. Какая вкусная водичка. Простая, без сахара. Что-то язык болит, прикусил что ли. Ну давай ты там. Вот, начинает свои танцы, шманцы, обниманцы. Все, молодец, красавчик. Давай. До свидания. Так, ну что, друзья, выполнили мы это задание или не выполнили все-таки? По-моему, выполнили. Да, все сделали. Все сделали, все прошли. Все у нас, как говорится, ништяк. Так, ребят, ну что, у нас до конца сезона, как ты видишь, остался один день, 6 часов. То есть завтра уже будет откат. Это где-то у нас в 8 вечера будет. Завтра 8 вечера. Ну, а я на этом буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.